Здравствуйте, уважаемые поклонники спорта. Сейчас вы видите легендарный спортивный комплекс «Медео», что находится в Алма-Ате. Это один из самых высокогорных и самых быстрых катков в мире. Ну, а каток подразумевает под собой катание на коньках. Сегодня катание будет происходить на огромных скоростях, на беговых коньках, и дистанция 500 метров среди мужчин в соревнованиях на Всемирной универсиаде 2017 года. На Медео до его закрытия было установлено невероятное количество различных рекордов, и сейчас, после очередной реновации, этот высокогорный спортивный комплекс вновь принимает у себя лучших бегунов планеты. Как вы видите, это открытый каток, один из немногих катков, которые продолжают принимать состязания конькобежцев в мире, что еще не ушел под крышу. Навскидку приходит в голову только два подобных спортивных сооружения. Это каток в итальянском Колольбо, ну и, собственно, Медео. В 1072 году был построен этот каток, в 1987 году впервые он был закрыт на реновацию и с тех пор несколько раз реконструировался. Последняя реконструкция прошла в 2009 году. Сейчас вместимость трибун этой арены составляет чуть больше 8 тысяч человек, а изначально на трибунах могло разместиться порядка 12,5 тысяч зрителей. На Медео настолько интересный микроклимат, что даже на стыке сентября-октября, месяцев, которые в Алма-Ате традиционно очень теплые, здесь можно увидеть лежащий снег, при том, что температура воздуха достигает примерно 20-22 градусов выше нуля, но снежная шапка на Медео исчезает буквально всего лишь на несколько месяцев. Будем постепенно переходить к событиям, что происходит в Алма-Ате на Всемирных студенческих играх. Это уже 28-я универсиада в истории и второй день соревнований на беговых коньках. В первый день женщины состязались на дистанции 1500 метров, а мужчины на дистанции 5000 метров. У женщин победительницей стала россиянка Александра Качуркина, которая обошла Ананду Такахаси из Японии и Екатерину Айдову, выступающую за Казахстан. Именно так выглядит трио призеров по итогам первого вида соревнований на конькобежном катке на универсиаде 2017. Что касается выступления мужчин на дистанции 5000 метров, то первенствовал Давиде Гьотто из Италии. На втором месте оказался и вновь японский конькобежец Сейтаро Ичиноне. Третье место занял Линус Хайдегер из команды Австрии. Таким образом, в неофициальном медальном зачете на коньках две награды у сборной команды Японии, но эти награды лишь серебряного достоинства, тогда как у сборных России и Италии по одной золотой. Любопытно посмотреть на список участников этих соревнований. Дело в том, что уже в первом забеге на старт выйдет Шимон Эдвард Палка, спортсмен, выступающий из Польши, и он один из немногих, можно сказать, уникальных конькобежцев, которые являются такими универсалами. В частности, Шимон Палка стартует не только на дистанции 500 метров, а его личный рекорд на этой дисциплине составляет 39,28 секунды. Установлен он чуть меньше года назад, в феврале 2016 года в немецком Инцеле. Так вот, Шимон Палка уже выступал на Медео в рамках Всемирных студенческих игр. Он бежал дистанцию 5000 метров ни много ни мало и преодолел ее за 7 минут 45 секунд и 11 сотых, что составило 22-й результат. Его отставание от Давида Гьотто из Италии, который специализируется все-таки больше на стайерских дистанциях, составило почти минуту, то есть фактически больше круга. Лучшим результатом в мире на этой дистанции владеет, как известно, российский спортсмен Павел Кулижников, единственный в истории конькобежного спорта атлет, который разменял 34 секунды. До этого долгое время рекордсменом на этой дистанции был канадец Джереми Уатерспун, 34.03, но у Кулижникова и 34.0, и 34
теперь уже 33,98 секунды. Результат, который был установлен в Солт-Лейк-Сити 20 ноября 2015 года. Что же касается наилучшего результата среди студентов, то им владеет Кан Сеок Ли, знаменитый кореец, который на играх 10-летней давности в итальянском Турине остановил секундомер на отметке 34,71 секунды. Собственно, Кан Сеок Ли принадлежит также и лучший результат на этой дистанции по сумме двух забегов, а именно по сумме двух забегов и будут определяться победители на этой дистанции. 39,26 результат спортсмена из Польши. И сейчас мы посмотрим, как его соотечественник Даниэль Тылка, у которого результат на 500-метровке значительно ниже, чем у Палки, практически на секунду, будет соперничать с Тулга Баадаем, конькобежцем, который выступает за сборную Монголии. Много монгольских спортсменов заявлено на эту дистанцию. Квота составляет 3 человека от этой страны, и вся эта квота выбрана. Что же касается бежавшего под первым номером Шимона Палки, то он ни много ни мало установил на Медео личный рекорд, обновив свое предыдущее высшее достижение на 0,02 секунды. Ну, собственно, так и можно было предположить, что на Медео спортсмены будут бежать с очень высокой скоростью. Дело в том, что каток находится, напомню, на высокогорье. И что интересно, от городских поверхностей Алматы, южной столицы Казахстана, самого крупного и, на мой взгляд, самого красивого города этой страны, его отделяет 866 ступенек. То есть вы вполне себе можете позволить пройти эту дистанцию пешком. Но, повторяюсь, 866 – это не так уж и мало. Даниэль Тылка бежит, прямо скажем, совсем не здорово. Что касается Тулги Баадая, то он сейчас выходит на первое место. Разумеется, монгольский атлет очень доволен. Он не только сумел опередить своего партнера по этому забегу, он еще вышел на чистое первое место в соревнованиях. И пусть позади всего лишь 3 спортсмена, а позади Баадая и вовсе лишь 2 человека, тем не менее он лидер универсиады. 39,19. Натан Миллер из Соединенных Штатов Америки возьмет старт по внешней дорожке, по внутренней побежит Алекс Луйк, выступающий за Эстонию. Ну и похоже, что у этих спортсменов неплохие шансы на то, чтобы включиться в борьбу за первое место с монгольскими конькобежцами. Дело в том, что монгольские студенты здесь представлены как исключительно спортсмены-любители, а вот Алекс Луйк из Эстонии, к примеру, год назад все в том же немецком Инцеле установил собственный личный рекорд на отметке 38,49 секунды, что в случае, если он сумеет пробежать хотя бы по этому результату, будет абсолютно лучшим временем на сегодняшний день. Ну и американцы традиционно сильны на коротких дистанциях, и Натан Миллер отнюдь не исключение у этого атлета. Лучшие результаты и вовсе из 38 секунд, то есть он здесь является явным фаворитом, хотя при заходе на заключительный вираж и при выходе на заключительную прямую, пока эстонец выигрывает и выигрывает со значительным преимуществом, да, он становится первым, кто разменял 39 секунд. Обратите внимание, что круг он прошел за 27,95, 38,80 результат эстонского спортсмена, и теперь уже он выходит в лидер. Традиционно в стартовом списке атлеты расположены таким образом, чтобы ближе к концу соревнований были показаны наиболее высокие результаты. И ничего удивительного в том, что именно заключительные фамилии в списке будут в итоге претендовать на самые высокие места. Ну а пока 38,80 результат Алекса Луйка из Эстонии, и он становится первым. Войцех Суд. И еще один монгольский конькобежец. Давайте попробуем с первой попытки его вы прочитать, я, соответственно, произнести. Мунхот
Ямьяк-Марбатор. Не так плохо. Улан-Батор, как известно, столица Монголии. Сухэбатор – национальный герой. Ну, а Ямьяк-Марбатор – один из трех монгольских конькобежцев, что выступают на этом льду Казахстана. Нет, я прошу прощения. Мунхот Ямьяк-Марбатор уже, смотрите, как хорошо получается, будет бежать в следующем забеге. А Зорикбатор Ялальт – это как раз-таки соперник Войцеха Сута из команды Польши. Ну, что же вам сказать про Сахалин, точнее, про Войцеха Сута. Это фигурист, который свой рекорд на дистанции 500 метров конькобежец, конечно. Почему фигурист, хотя и те, и другие на коньках. Так вот, это конькобежец, который свой личный рекорд на дистанции 500 метров установил уже 3 года назад, 22 февраля 2014 года, у себя дома на родине в польском городе Закопане. И рекорд этот равняется 38,18 секунды, то есть вряд ли можно сказать, что он является таким серьезным фаворитом как в забеге, так и в том, чтобы преодолеть дистанцию быстрее, чем эстонец Луйк, который по-прежнему продолжает лидировать в этих соревнованиях. Но учитывая, что Войцех Сут будет финишировать по внутренней дорожке, у него сохраняется шанс сейчас подобраться к монгольскому атлету. Тем не менее, монгол выходит на финишную прямую раньше соперника. И сейчас, очевидно, 38-6 будет пробовать менять. 38-32. Вот вам и Зорикбатор Ялальт. Лучший абсолютно результат на сегодня. А Войцех Сут повторяет время спортсмена из Эстонии. Но если говорить о претензиях его на лидерство, не забываем, что по итогам двух забегов будут определяться медалисты универсиады, очень хорошие шансы у Ялальта на то, чтобы подняться максимально высоко. Стартовая 100-метровка ему удалась со вторым результатом. На первом месте по разбегу по-прежнему Тулга Абаадай. Вообще вот в первых забегах очень здорово себя показывают спортсмены, выступающие под флагом Монголии. А мы с вами идем дальше. Это Мунхот Ямьяк-Марбатор. В соперниках у него Майкл Кёниг из команды Соединенных Штатов Америки. Ну, даже по фамилии можно сделать недвусмысленный вывод, что Майкл Кёниг спортсмен, пусть и из США, но все-таки с немецкими корнями, и его результат на 500 метров, личный рекорд 38-56. Уже сегодня спортсмены бежали быстрее, так что особо рассчитывать на какую-то благосклонность судьбы ему в данной ситуации не то чтобы совсем не приходится, но будет, конечно, непросто. Ямьяк-Марбатор разгоняется быстрее. 10.83. Кстати, это... Нет, это не лучший разгон. Нет, конечно, 10.52 первые 100 метров. Но по-прежнему очень нравится, как выступают монгольские конькобежцы. Ялальт первый. Тулга Абаадай пока с лучшим разгоном лидирует на 100-метровке. Вот чуть-чуть подводит сборную своей страны Зорикбатор. Ямьяк-Марбатор. Майкл Кёниг тоже пробегает эту дистанцию не лучшим образом и уже больше секунды проигрывают лидеру. Что же касается Ямьяк-Марбатора, то он пока худший из трех монгольских конькобежцев на этой дистанции. Нашу страну в этой дисциплине представляют Алексей Звездин, Владимир Зравчатский и Руслан Рафиков. Ну а в самой концовке побежит Денис Коваль. Спортсмен, который может претендовать ни много ни мало, а даже на любую из медалей сегодняшних соревнований. Уже в первые дни состязаний в Алма-Ате сборная России вышла на уверенное первое место по числу наград. Перед началом этих соревнований у российских спортсменов было 8 золотых наград, у ближайших преследователей только 2. И судя по тому, как развиваются события, в ближайшие дни догнать российскую команду конкурентам будет очень и очень непросто. Норвежцы постепенно подтягиваются. Вот и первый фальстарт. Ну и Каспара Кайлувяя
из Эстонии выделим. Конечно же, его лучшее время на дистанции составляет 38,18 секунды. Это лучший из тех спортсменов, что еще не бежали, за исключением Натана Миллера. Но Миллер свою дистанцию пробежал из рук вон плохо, даже приблизиться не смог к своим лучшим рекордам. Давайте посмотрим еще и на Магнуса Дале. Он как раз самый быстрый спортсмен на этой дистанции. В норвежском Хамре год назад пробежал за 37,95. Но на разгоне пока мало кому удается соперничать с конькобежцами из Монголии. Похоже, что в этом забеге будет вестись самая яркая, самая отчаянная борьба за первое место. И эстонские, и норвежские спортсмены двигаются по дистанции очень плотно друг с другом. По меньшему радиусу выходит на финиш норвежец. Естественно, сейчас конькобежцы не видят этой линии, которая доступна только телевизионным болельщикам конькобежного спорта. Второй и третий результаты демонстрируют Дали и Кайлове. Это, конечно, хороший показатель, но только лишь приблизиться удалось им к результату продолжающего лидировать Зорик Батора Ялаль. Надо отдать должное монгольской сборной. Она приехала сюда с очень серьезными, скажем прямо, претензиями на высокие места, и пока эти претензии оправдываются. Алессио Тарантини Ну, отметить, наверное, нужно все-таки Олафа Херритсена. Это не брат, но одна фамилия знаменитой голландской конькобежки Аннет Херритсен. Голландцы главные закоперщики, наверное, в конькобежном спорте за последние два десятка лет, так уж точно. Ну и последние несколько Олимпиад тоже показали, что именно сборная Нидерландов является основным претендентом на то, чтобы собирать максимальное количество медалей на играх. Но, судя по всему, Олафу Херритсену даже на универсиаде не очень-то относится, потому что его соперник, итальянец Алессио Тарантини, как-то слишком уж легко разобрался с конкурентом. И по результату, вы видите, 36-79, он полторы секунды привез своему ближайшему преследователю, которым теперь является уже не монгольский спортсмен, он выходит на звание экс-лидера, а Олаф Херритсен. Обратили, наверное, внимание, что сам Херритсен проиграл Тарантини много, но тем не менее сейчас становится вторым вслед за конькобежцем из Италии. Ну, ничего удивительного, что Алессио Тарантини прошел сейчас по времени текущего лидера, потому что уже в нынешнем сезоне на открытом же катке в Кололбу, буквально 10 дней назад, 22 января, он пробежал за 36,68, и сейчас лишь 0,04 секунды не добрал итальянец до своего личного рекорда на дистанции 500 метров. По-прежнему никто даже близко приблизиться не может к результату 35 секунд. Скорее всего, если мы говорим о золотых медалях и смотрим на тех спортсменов, которые бегут в последних 5-6 забегах, это и Артем Крикунов из Казахстана, и его соотечественник Станислав Палкин, и несколько японцев, Юта Фудзино, Такуя Гото, китаец Сюмин Бай, Мин Куча из Южной Кореи, наш Денис Коваль, Коу Накао с команды Японии, Роман Креч, выступающий за сборную Казахстана, то, наверное, мы будем говорить, что борьба за золото пойдет на уровне этих самых 35 секунд, потому что те спортсмены, которых мы только что перечислили, они как раз и способны приблизиться к этому времени. Впрочем, судя по тому, что мы сейчас видим, показывают спортсмены
выступающий в первой части списка, можно предположить, что борьба пойдет на уровне личных рекордов. И это означает, что результат пока, конечно, Кансиока Ли не подвергается сомнению. Но вот, к примеру, у Романа Креча 34.66 личный рекорд, а это быстрее текущего лучшего результата на студенческих играх Кансиока Ли на 0,05 секунды. Впрочем, Креч уже полтора года как установил это достижение на катке в Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк и Калгари считаются наиболее быстрыми катками в мире. Когда-то одним из быстрейших являлся как раз-таки и Медео. Но теперь осталось только посмотреть, как часто здесь будут проводиться старты. Все-таки каток открытый и, соответственно, внешние факторы будут регулярно влиять на результат. По-прежнему Алессио Трентини возглавляет стартовый финишный уже протокол. А вот обратите внимание на быстрейший разгон Йопа Калвердайка из команды Нидерландов. У предыдущего представителя страны тюльпанов так здорово пробежать не получилось. А вот Калвердайк вполне достойно представляет свою страну и уверенно обыгрывает своего соперника по забегу. Впрочем, все-таки на первое место Калвердайк выйти не сумел. 37-17 его результат. Это второе место в настоящий момент. А норвежец Грубен как-то отстал совсем уже много. Не скажу, что неприлично много, но прилично отстал. Алессио Трентини по-прежнему первый. 36-79. И сейчас Йоп Калвердайк выходит на второе место. 37-17. Трентини единственный, кто сумел выбежать из 37 секунд. Десятый забег в соревнованиях конькобежцев на дистанции 500 метров. Это соревнование 28-й универсиады, что набирает ход в южной столице Казахстана Алма-Ате. И на льду голландец Том Кант, 19-летний спортсмен, имеющий образца полуторамесячной давности, результат из 37 секунд на 500-ке. Это важно. Еще один фальстарт. Это британец Корнелиус Джузеппе Херардус Керстен. Судя по его имени и фамилии, британского в нем только паспорт. Корнелиус Керстен голландского происхождения, как любой голландец, жаждет побить своих теперь уже бывших соотечественников. Именно Керстен сделал фальстарт в этом забеге, ну а его личный рекорд опять же из 37 секунд. Сейчас можем ожидать очень высоких результатов, и вполне возможно, что это забег двух лидеров. Ух, что-то происходит с голландцем. У того, судя по всему, сейчас дернул мышцу спортсмен, какие-то проблемы возникли, он, пробежав едва-едва 60 метров, заканчивает свои выступления на универсиаде. Всего было заявлено на эту дистанцию 45 человек, 43 человека, 22 забега, из них первый с участием Шимона Палки из одного спортсмена. Ну а мы смотрим, как бежит Корнелиус Херардус Керстен. 36.85. Радуется, конечно же, новоиспеченный представитель Великобритании. Он выходит на второе место. Отставание от лидера Трентини всего лишь 0,06 секунды. Это то отставание, которое вполне можно будет отыграть на втором забеге.
Ну и минус один, это значит, что остается 21 пара на вторую попытку и 42 человека в списке. Очень-очень жаль. Ну и первый спортсмен, представляющий нашу сборную на этой дистанции, это Алексей Звездин. Родом из Российской Федерации, представляет он Кострому, Костромской государственный университет имени Некрасова. Ну и есть все основания предполагать, что Звездин сумеет побороться за звание хотя бы текущего лидера. Интересно, что пробежало уже целых три голландца, и ни один из них на первое место не вышел. Против Алексея Звездина американский атлет. У Звездина пока абсолютно лучший результат по личным рекордам, если смотреть на список участников. Кайл Рончик ему противостоит. У Рончика лучший разгон. 0,04 секунды в пользу американца, но первым из поворота выходит Звездин. У него финиш по внешней дорожке, и это добавляет чуть-чуть шансов американцу. Но по дистанции Звездин идет быстрее. Это приятно. 1993 года российский спортсмен. Постарше он большинства участников. Звездин идет к первой позиции и первым пересекает линию финиша. 36-30. Лучший результат на сегодня до личного рекорда. Алексей не добежал. Тем не менее, он выходит на место промежуточного лидера соревнований. В Костроме делают очень-очень быстрых конькобежцев. В Челябинске. В ноябре 2016 года Алексей Звездин остановил секундомер на отметке 36-13, сейчас 36-30. Но это тоже очень и очень быстро. Изменения претерпел табличка. Да, а Трентини уже успел получить дисквалификацию. Тем временем, как мы болели за Алексея Звездина, пришла информация, что Алессио Трентини, возглавлявший какое-то время список финишеров, был дисквалифицирован арбитрами и в итоге не будет допущен до второго забега. Еще один российский спортсмен, это Руслан Рафиков. В соперниках у Руслана Артем Чебан из команды Беларуси. Рафиков пока бежит, опережая соотечественника Алексея Звездина. Что, еще полсекунды привезет конкуренту? Нет, не полсекунды, три десятки всего лишь. Чуть-чуть не выбегает. Обидно, согласитесь. Руслан Рафиков чуть-чуть не выбегает из 36 секунд. 36.01. Так же, как и Звездин, он проживает в Коломне, но учится в Московском регионально-социально-гуманитарном институте. Надо признать, что пока очень впечатляющие результаты показывают российские мужчины. И особенно все-таки 36-0 по уточненным данным. И особенно впечатляющим является разгон Руслана Рафикова. Он первым выбегает из 10 секунд на разгоне. 9,89 секунды. И тут же за еще одного россиянина поболеем. Владимир Заровчатский бежит против Дарсиля Эссамамбо с командой Казахстана. Вот смотрите, натурализованные спортсмены появляются и в сборной команде Казахстана. Но местная публика приветствует Эссамамбо ничуть не менее тепло, чем
его соотечественников. Владимир Здоровчатский из Челябинска. Представляет здесь он Южноуральский государственный университет. Дарсида Самбамбо. Смотрите, как здорово несется по дистанции. Но на вираже приходной прямой его обходит Здоровчатский. Тем не менее, в спину Владимиру прорабатывает казахстанский атлет. Первым выходит из виража. По времени Рафикова сейчас ведут казахстанца. Нет, Рафиков устоял. Владимир Здоровчатский показывает четвертый результат. Дарсида Самбамбо 26-23. Второй круг чуть медленнее, чем россиянин. Второй 36-16. Смотрите, разводит руками. Ну а Руслан Рафиков тем временем обновил собственный личный рекорд. Его лучший результат на 500-ке был 36-25. Рафиков промчался по катку Медео за 36 ровно. Блестящее совершенно достижение. Владимира Здоровчатского из 36 уже секунд есть результаты. Но здесь он пока лишь только второй. Лишь только. Представляете, как звучит? Хон Цан Чжан. Йон Цзин Ким. Это спортсмены, выступающие за сборную Китая и Южной Кореи, соответственно. Ну и что касается атлетов из азиатских стран, то традиционно от них всегда можно ожидать очень высоких результатов. Не случайно и по сей день держится лучший результат на студенческих играх вот в Кансёка Ли из Южной Кореи. 35-69 имеет на своем счету Хон Цан Чжан. Установлен этот результат на карте в китайском городе Урумчи, что находится как раз неподалеку от границы с Казахстаном, на территории внутренней Монголии. Летом в Урумчи температура воздуха достигает 40 с лишним градусов, ну а зимой вполне можно бегать даже и на коньках, в особенности на катках крытых. Но пока не о Джанге, собственно, речь, потому что на место промежуточного лидера выходит с огромным запасом Йон Цзин Ким. Ой-ой-ой-ой-ой, какие секунды! 35-64! 35-64! Рафиков, конечно, перемещается на второе место. Ну, вот я говорил, что из 35 будут бежать спортсмены, которые станут претендовать на первое место. Похоже, что Йон Цзин Ким не согласен с подобным раскладом. Точнее, он согласен, но впереди-то еще почти пол списка, а у нас уже 35-64. Голландец Мартин Райнер Ван Остен. Тацуя Синаива. Синьяма. Тацуя Синьяма. Ну, вспомню хотя бы Кейтиру Накаджиму, Юйо Икау. Из тех японских атлетов, которые в последние годы регулярно претендуют на самые высокие места. И поймем, что с появлением в списке спортсменов из Японии. Да, да, фальстарт у Мартина Ван Остена. Сейчас есть все основания предполагать, что лидерами будут становиться именно представители страны восходящего солнца. Мартин Ван Остен имеет на своем счету 35-38. Да, все-таки, мне кажется, что должны зафиксировать у него фальстарт. Так и происходит. Нам показывают спортсмена в оранжевом гоночном комбинезоне. Ну, а Тацуя Синьяма, японец, имеет на своем счету результат примерно такой же, что и голландец. 35-38 у европейца, 35-41 у себя дома в Японии, в городе Икао. У конькобежца
внутренней стороны восходящего солнца. То есть тут пойдет борьба буквально до последних метров дистанции. Хороший разгон. Лучший разгон сейчас у Тацуи Синьямы. 9.80 до этого. Но лучшим результатом владел 9.89 Руслан Рафиков. Теперь осталось только сохранить эту скорость на единственном полном круге на дистанции 500 метров. Да, чуть-чуть быстрее пока идет по дистанции японский спортсмен. В самых финишных клетках полшага буквально на него накатывает Мартин Рейнер Ван Остен. Но Ван Остен только четвертый, Синьяма второй. 35.73, а лучшим результатом по-прежнему владеет Йонзин Ким. Да, Йонзин Ким, 35.63. Претензия на попадание в первую тройку в первой попытке. Только лишь по сумме будет решаться, кто же окажется лучшим. 34.71. Это лучший результат Кансиока Ли дистанции 500 метров. 69.71. Его же результат по сумме. Соответственно, вторую попытку в Турине Кансиока Ли прошел хуже, чем первую. За 35 секунд ровно. Игнат Головатюк, конькобежец из Белоруссии. Против него Болюй, китаец. Так, сразу фальстарт. Фиксируют бдительные арбитры. Головатюка показывают очень велико желание атлетов выступить хорошо, тем более на таком легендарном катке, коим является Медео. Является это спортивное сооружение памятником архитектуры. И он был внесен в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Ну, побежали все-таки не с первой, но со второй попытки конькобежцы. 10-14, 10-48. Далеко не лучший разгон у Игната Головатюка и Болюя. Тем не менее, есть повод ожидать от белорусского спортсмена в первую очередь высокого результата. Китаец нет. Китаец проваливается, не выдерживает, судя по всему, он той нервотрепки на старте с фальстартом. Проигрывает там целую пропасть, целую вечность, можно сказать. Головатюк выигрывает этот забег. Но до лидеров не дотягивается. Игнат Головатюк только лишь шестой. 36-25, 38-17. Болюй. 2,5 секунды отставания от лидера, которым по-прежнему является кореец Ким. С 29 января начали выступать спортсмены-студенты на аренах южной столицы Казахстана, города Алматы. Атлеты возрастом от 17 до 28 лет допущены до соревнований на университетских студенческих играх. И это четвертый соревновательный день. В первый день выступали только лишь хоккеисты, которые начали состязаться еще до официального открытия игр. Ну, а первый медальный день игр
был в понедельник 30 января. Артем Крикунов и Юта Фудзина, спортсмены из Казахстана и Японии, соответственно, в очередном забеге дня вышли на лед. Под бурную реакцию трибун Артем Крикунов из Казахстана борется, отчаянно борется с японцем и с временем лидера корейца Кима, у которого очень высокий результат. И так, нет, не добегают ни Крикунов, ни Фудзина. Фудзина третий, 35-77. Артем Крикунов в одной десятке, в одной десятой доле отставания от соперника по забегу. Пока на четвертой позиции, ему придется немножечко подождать, прежде чем он порадует публику, как минимум до второй попытки. По-прежнему на первой позиции находится в настоящий момент Мьонзин Ким из команды Южной Кореи. Второе место удерживает Тацуя Синьяма, японец, обладатель лучшего разбега. И сейчас на пятую позицию потеснили Руслана Рафикова и Юта Фудзина, и Артем Крикунов пробежали быстрее нашего конькобежца. Станислав Палкин, еще один казахстанец. В самом начале соревнований мы видели, как бежал поляк Палка. Теперь его почти однофамилец Палкин. Такуя Гото. Не Гоуту, а Гото. Спортсмен из Японии. Ну, тут пошли уже очень серьезные имена, пошли уже те атлеты, что будут претендовать на самые высокие места вплоть до попадания на пьедестал почета этих студенческих игр. Так что можно ожидать буквально от кого угодно быстрых секунд. Но вот Гото, к примеру, стремится к результату корейца, но до него не дотягивается. Он теперь уже становится четвертым. И очень-очень высокая плотность, которая повышается с каждым забегом. В верхней части таблицы. И многое будет зависеть от окончательного списка и от того, по какой, в какой паре побегут спортсмены, занявшие места с 1 по 8, к примеру. По какой дорожке, понятно. Каждый, кто бежал по внутренней дорожке во второй попытке, соответственно, побежит по внешней и наоборот. А вот кто у кого будет соперников, в соперниках это совершенно немаловажный факт. Потому что кому-то проще тянуться за сильным конкурентом, ну а кого-то наличие на соседней дорожке оппонента, который может тебя обыграть, напротив, деморализует. Мин Куча, еще один спортсмен из Южной Кореи, против Ци Минь Бая из Китая. Кореец разгоняется лучше. Это первый разгон на сегодня, 9.79. Ци Минь Бай имеет на своем счету 34.79, но уже давненько не показывал он подобных результатов. И потому делаем ставку, наверное, на корейского атлета. Да, так и есть. Именно кореец сейчас лидирует. Мин Куча с огромным запасом. 35 будет. 35-16. Ци Минь Бай проигрывает фактически пропасть. Безнадежно он отстает от своего соперника по забегу. Ци Минь... Нет, Мин Куча. Вот так должно это звучать. Из Корейского национального спортивного университета. Родом он из Сеула. Ему 23 года. Ну и в преддверии тестовых соревнований в Пхенчане. Да и, собственно, Олимпийских игр, которые пройдут в этом корейском городе через год всего лишь. Можно предположить, что корейцы сделают все возможное, чтобы выглядеть там максимально достойно. И не исключено, сделают ставку на победу в общекомандном зачете. Еще один японский спортсмен, но нас в первую очередь привлекает
коньяка бежит по внутренней дорожке стартующий. Это Денис Коваль в нынешнем сезоне. Дома в Коломне он показывал 35-41. Ну а личный его рекорд установлен в Калгари 34,47 секунды. Все внимание на дорожку. 35-41 на чемпионате России по отдельным дистанциям продемонстрировал Денис Коваль. Побежали. И стал серебряным призером. Нет, бронзовым призером чемпионата страны, проиграв Руслану Мурашову и Алексею Кисину. Коваль пока лидирует. Нужно разгоняться, работать на переходной прямой, потому что соперник ему сейчас работает в спину и вылезая из этого аэродинамического мешка. Да еще к тому же финишируя по внутреннему радиусу, обходит россиянина конкурент, и, к сожалению, отставание Дениса Коваля от оппонента великовато. Кото Накао выходит на второе место, а Денис Коваль 36,4, пока лишь только 15-й. Не здорово. Лучшим из наших к настоящему моменту является Руслан Рафиков. 36 секунд ровно. Это его абсолютно лучший результат за все время выступления на соревнованиях. Ну а Накао выходит на второе место. 35-35. 35-16. Мин Куча из Южной Кореи. Очень хорош. Еще один Ким. Ян Дзин Ким пока третий. Ким второй, а по результатам, возможно, и первый. Юнхо Ким сейчас только выходит на дорожку. Соперничать ему выпало с Чин Ян Суном, с командой Тайваня. Тайваньский государственный спортивный университет представляет Сун. Ким из Корейского национального спортивного из Сеула. Разгон примерно одинаковый. Падает спортсмен из Тайбэя. Ну и корейцу тоже мешает он таким образом. Все. Соревнования для одного завершены. Ну и для другого тоже шансов на высокий результат нет. Разве что только дадут возможность Киму перебежать организаторы. Так, и вторая попытка в кратчайшие сроки на том же уровне, что и первая. Это маловероятный расклад. Как-то многих спортсменов мы уже лишились. Не находите? И Алисио Трентини дисквалифицирован, и Ким Сунем. Так, Сунь споткнулся, повернулся. Катился и сопернику еще помешал. Драматичный расклад. Еще нужно сейчас небольшую паузу взять для заливки, не заливки, а заладки льда. Нужно слегка подлатать в том месте ледовое покрытие, где упал Чин Ян Сунь, но результата у него уже, разумеется, не будет. Готовится Роман Креч. Нам тем временем показывает Дениса Коваля. Выступление не очень удачное. Впереди всего лишь один забег. Место разминки-заминки студентов, присутствующих на играх в Алма-Ате.
Студенческие годы прекрасные, лучшая, пожалуй, пора в жизни любого человека. И, конечно, попасть на такое, с одной стороны, соревнование, а с другой стороны, как это модно говорить, выражаясь современным языком, огромную студенческую тусовку – это большое счастье. К тому же, когда игры проходят в таком замечательном городе, как Алма-Ата. Вообще, если посмотреть на историю универсиад, то можно отметить, что места для их проведения, как правило, выбираются очень хорошие. Ну вот, в частности, если мы говорим о зимних универсиадах, то предыдущая зимняя универсиада была ни много ни мало в Гранаде, в Испании. Сложно мне, честно говоря, представить там зимние игры. В Словакии. Также проходили игры 2015 года в Стрбске Плесо и в Осрбле, ну, то есть, видимо, снежные виды проходили, собственно, на территории Словакии, а в Гранаде были исключительно ледовые, то есть те, которые можно спрятать под крышу. Итальянский Трентино, турецкий Эрзурум, китайский Харбин, Торино в 2007 году принимали зимние игры. Один другого лучше. Города, как правило, выбираются для вот этих огромных студенческих форумов. Да и если по летним пройтись, то тоже можно обратить внимание, в этом году они будут проходить в китайском Тайване, Тайбэе, то есть городе, откуда, собственно, родом и является тот студент, который сейчас свалился и не сумел закончить дистанцию. До этого в Южной Корее, в Квангу, в Казани, насколько великолепной получилась универсиада в 2013-м, в китайском Шэньчжэне, в сербском Белграде, до этого в Бангкоке, в Измире. То есть те места, где можно побывать и туристам, а когда можно совместить приятное времяпрепровождение со сверстниками с полезным, с состязаниями, а для кого-то и с дополнительными тренировками перед более серьезными стартами, это, согласитесь, очень и очень здорово. Ну что же, идем дальше, ждем продолжения соревнований по конькобежному спорту, благо осталась всего одна пара в первой попытке. А вот интересно посмотреть на то официальное количество зрителей, которое может посещать, точнее не посещать, а следить за состязаниями на Медео. Согласно утверждениям казахстанских документов, 25 тысяч человек могут смотреть за состязаниями конькобежцев, в то время как трибуны рассчитаны всего лишь на 8 с небольшим. Где же, интересно, располагаются? На окрестных горках, что ли? Те зрители, которые хотят понаблюдать за этими соревнованиями, не покупая билеты. Интересно, интересно. Роман Креч, главная звезда этих состязаний, главная надежда Казахстана, спортсмен, который по максимальному возрасту проходит на этих играх, ему 28 исполняется в июле, то есть он сейчас уже вот-вот. Следующая зимняя олимпиада совершенно точно пройдет без этого конькобежца. Но его результат 34-66. Пусть установленный на одном из быстрейших катков мира в Солт-Лейк-Сити, говорит сам за себя. 9.69 – лучший разгон на сегодня у Креча. Сёнгён, смотрите, догоняет кореец, но ему финишировать по большому радиусу. Главное, чтобы не помешали друг другу спортсмены. Да, тут следует тому правилу корейский спортсмен, что он должен пропустить выходящего с большой на малую дорожки атлета, и как следствие, видите, это мешает показать хорошие результаты и самому Кречу. Для него 36-0 отнюдь не предел. Ну и Син Юн Янг вовсе вынужден был остановиться для того, чтобы пропустить соперника. Что показывает казахстанский спортсмен, что требует перезабега? Дисквалификация корейца ему сейчас никоим образом не поможет. Вот так примерно одинаковый выход на переходную прямую не позволил показать максимальные секунды и одному, и другому. Сначала их выбило из колеи, как полагаю, длинная пауза, ну, а потом и вот этот инцидент на длинной стороне катка, на прямой.
драматически завершаются состязания в первой попытке. Крейж действительно получает лишь только 36-0. Точно такие же секунды у Руслана Рафикова, при том, что Крейж разогнался на 0,2 доли секунды быстрее, а выигрывает первую попытку Мин Куй Ча из Южной Кореи. 35-16. Кото Накао, японец, на второй позиции с двумя десятками отставания. 35-35. И Ёнзин Ким из Южной Кореи. 35-63 на третьей позиции. Первый не азиатский азиат Артем Крикунов только на седьмом позиции. Почему он также азиат, говорю, потому что все-таки Казахстан по большей части находится в Азии, пускай и выступает в европейских соревнованиях. Артем Крикунов и Роман Крейдж занимают седьмое и восьмое места. Лучший из наших — Руслан Рафиков, в одно время финишировавший, что и Роман Крейдж, по тысячным долям чуть-чуть казахстанцу уступает. А также те же 36-0. Алексей Звездин, Владимир Зоровчатский и Денис Коваль, как по заказу, заняли 14, 15 и 16 места. Но друг против друга бежать они не смогут, потому что все трое бежали, стартуя с внутренней дорожки. А вот еще любопытный факт. Все 6 лучших результатов спортсмены из Кореи, Японии и, собственно, все, 2 южных корейца и 4 японца в шестерке, показали, стартуя по внешнему радиусу, то есть финишируя по внутренним. Некоторые конькобежцы, к примеру, не любят финишировать по малой дорожке, потому что им не хватает пространства. Но если уж корейцы с японцами так здорово финишируют по внутреннему, посмотрим, как они будут разгоняться по внешнему. В любом случае, все решится только во второй попытке. Thank you.